И когда такие люди во власти, то надеяться на здравый смысл обычных людей не приходится. Но они же сами их выбирают. Но знаете, следующая новость меня прям удивила. Все вы знаете о новой субкультуре квадроберах. Так вот, в Подмосковье мать решила чипировать свою дочь квадробера в ветклинике. Девочке 12 лет, и пришла она в клинику в маске кота и длинным шерстяным хвостом. А вакцинировать мать ее собралась в частности от бешенства, а заодно и чипировать. Сначала администратор подумала, что женщина шутит и хочет таким образом показать ребенку, что у них ничего не выйдет. Но когда ей отказали, мамаша начала возмущаться. Пишут, что мать героиня ушла с ветклиники только после того, как пригрозили вызвать полицию. Кстати, дочь при этом только мяукала. Иногда громче, когда мать скандалила.